Что из себя представляет интернет вещей? Представьте, что вы можете подключить любое устройство к интернету и с помощью этого подключения осуществлять управление. Более того, через сеть эти самые вещи могут наконец познакомиться, то есть начать взаимодействовать друг с другом. Это будет называться интернетом вещей. Ваш будильник будет вас в 6 утра и, убедившись, что вы встали, отправляет сигнал кофемашине, чтобы она заварила вам ваш эспрессо. Тем временем автомобиль, зная, во сколько у вас важная встреча, уже построил маршрут без пробок. При поверхностном рассмотрении можно подумать, что интернет вещей – это в основном умный дом, умный транспорт, беспилотные автомобили. Но если хотя бы немного призадуматься, становится понятно, что многое из вышеперечисленного в лучшем случае пример автоматизации. Правда, при автоматизации они способны функционировать сами по себе, а грань как раз в том, что эти самые вещи могут общаться друг с другом, то есть взаимодействовать. Интернет вещей подразумевает, что в будущем эти сети смогут подключаться друг к другу, образуя новый мир, начало которому будет положено с умного дома или офиса, а продолжено целыми умными городами. Интернет вещей – это система, связанных общей сетью физических объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением, позволяющая осуществлять взаимодействие с внешней средой, передавать сведения о своем состоянии и принимать данные извне. Система, характеризующаяся автономным режимом работы и возможностью удаленного контроля. В глобальной концепции интернета вещей выделяют различные направления, в частности, промышленный IoT, благодаря которому произойдет переход на полностью автоматизированное цифровое производство с использованием киберфизических систем и облачных вычислений. Управлять процессами будут умные устройства в режиме онлайн. Промышленный IoT подразумевает под собой использование интернета вещей на уровне производства, осуществление и оптимизации бизнес-процессов. Самое интересное в том, что именно эта сфера займет собой большую часть интернета вещей. Более 15 миллиардов устройств будут работать в бизнесе и промышленности. Датчики на оборудовании и станках, которые собирают данные об их работе и помогают предотвращать поломки. Системы климат-контроля, которые анализируют температуру и влажность, автоматически регулируют микроклимат в цехе или на складе. Датчики на продукции и деталях, которые помогают в инвентаризации и выявлении брака. Системы удаленного управления производственным оборудованием, например, дистанционного запуска станков. Датчики загрязнения, которые анализируют выбросы предприятия и следят за соблюдением экологических норм. Маячки на транспорте, которые позволяют отслеживать груз в реальном времени. Датчики на системах автомобиля, помогающие отслеживать потребление бензина, износ двигателя, температуру в рефрижераторе и другие параметры. Промышленный IoT нужен, чтобы снизить затраты на производстве и избежать убытков. Датчики на оборудовании помогут понять, что пора провести техобслуживание. Система климат-контроля проследит, чтобы товар не испортился в жару. Маячки на транспорте помогут понять, в какое время будет доставлен груз. А данные, которые собирают все эти промышленные IoT-устройства, можно загружать в системы аналитики, чтобы строить прогнозы и анализировать работу всего производства. Будущее интернета вещей зависит от появления возможности дистанционной оркестровки и программирования обширных топологически сложных сетей устройств. Когда устройства будут соединены с публичными и частными облаками, принимающими показания датчиков и управляющими приводами, произойдет перенос акцента от сбора и анализа данных к разработке приложений для сложных систем. В результате появится возможность управления предметами, находящимися вокруг нас и в любой точке земного шара, с помощью сред программирования и готовых приложений. Возможности оборудования интернета вещей растут, цены падают. И скоро наступит время, когда на устройствах практически любых типов можно будет запускать полноценные версии Linux, стеки виртуализированного программного обеспечения и среды выполнения динамических языков программирования. Разработка ПО для интернета вещей отличается от создания обычных мобильных и веб-приложений по целому ряду характеристик. Во-первых, отдельные устройства интернета вещей практически всегда являются частью более крупной системы взаимосвязанных устройств. Во-вторых,
Системы интернета вещей никогда не находятся в режиме бездействия. В отличие от персональных компьютеров, смартфонов и других автономных устройств, осуществляющих перезагрузку в случае нештатных ситуаций, системы интернета вещей нельзя полностью отключить. По отдельности устройство отключать можно, но система в целом должна быть устойчивой к перебоям в работе индивидуальных частей или сети. В-третьих, системы интернета вещей больше похожи на сельскохозяйственных животных, чем на домашних любимцев. В том смысле, что количество вычислительных модулей, устройств или процессоров в таких системах гораздо больше, чем в традиционных вычислительных средах. Оно может исчисляться миллионами. В отличие от персональных компьютеров и смартфонов, устройствами интернета вещей нужно управлять коллективно, а не заботиться о каждом в отдельности. В-четвертых, устройства интернета вещей довольно часто встроены в окружение и остаются незаметными и физически недоступными. Они могут находиться глубоко под землей, как, например, вибродатчики в горнодобывающем оборудовании. В-пятых, системы интернета вещей отличаются высокой степенью гетерогенности. Их вычислительные модули могут сильно различаться по мощности, емкости хранилищ, пропускной способности сети и энергозатратам. Сегодня для интернета вещей используются практически те же языки и инструменты программирования, что для мобильной и веб-разработки. В частности, создание кода для популярных сегодня плат. С развитием всемирной паутины появилась возможность мгновенного развертывания программного обеспечения по всему миру. Разработчики могут рассылать обновления приложений гораздо быстрее, чем еще 10 лет назад. Thank you.